Рассмотрим работу с регрессионными моделями. Рассмотрим простейшую линейную регрессию. Сделаем ее на Джуле и сделаем ее на Питоне. Посмотрим, как все это работает. Итак, у нас using plots. Значит, вот у нас, собственно, функция, не функция, а значения раскиданные. И мы хотим регрессию построить линейную, которая наилучшим образом приближала бы эти данные. Сейчас картиночку посмотрим. Ну, и для этого пишем простейшую функцию. Для этой регрессии вот у нас вот этот набор данных. Простейшую функцию. Вот находит это элементы, и вот линейная функция, которая наилучшим образом приближает эти значения. То есть вот такая простейшая регрессионная модель. Если данных будет больше, то, соответственно, и считать будет больше. А мы, собственно, больше данных для того, чтобы посмотреть, как это все с питоном согласуется. Но вот тут вот time, он, поскольку Julia работает ahead of time, то есть compilate перед выполнением, то первое проход, это разогрев кэшей, фактически идет, а дальше уже достаточно фиксированная. И тот же код абсолютно один в один. Видите, он и выглядит точно так же. То есть удобно брать у нас с одного другое. А мы на питоне сделаем. То есть подключим PyCall, и вот таким вот образом вызывается питон. И вот, собственно, функция, чтобы просто название было попристойней. Вот на питоне посчиталось. Но тут да, примерно, да, разница на порядок. Чтобы почувствовать, бэчмарк используем. Бэчмарк прогоняет просто несколько раз. Итак, вот для питона. И для Джулии. Микросекунды, почти 3 микросекунды, миллисекунды, 3 миллисекунды, а тут, ну, 1 миллисекунда. Не намного, да, но в принципе 922 микросекунды. Ну вот так вот можно сравнить производительность, ну и за одним сделать простейшую линейную регрессию.